Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. Итак, обратите внимание, справа по курсу Бруклин. Район проживания многих представителей русскоязычного населения Нью-Йорка, составляющего более 1 000 000 человек. Извините, вы не запомнили, как зовут нашего экскурсовода? Артем Исаев. Образование высшее, архитектурное. В этом году заканчивает ученую степень в Нью-Йорке. Женат, но детей нет. А вам-то зачем все это знать? Просто я тоже очень люблю архитектуру. Ну, как вам моя экскурсия? Очень познавательно. Вы великий экскурсовод. А у него любознательная туристка. А есть еще какие-нибудь маршруты? Остались только неизведанные тропы. Вы обожаю приключения. Спасибо, до свидания. Следующий, пожалуйста. Следующий — это я. Марго, мы же договаривались на вечер. Игорь Владленович, я с острой болью, можно сказать, спазмой. По-моему, у меня оголился нерв. Ну что ж, проходите, будем ставить пломбу. Он ее там что, из анестезии делает? Добро пожаловать в Финляндию! Суровая северная страна! Там люди очень суровые, но добрые и веселые! Взяли лыжи и поехали! Сильная линия! Поменяли! Давай закруглись. У меня через 5 минут урок начинается. 3 минуты, ласточка, и по домам. Слушай, не знаешь, кто это в черном? Сауна, ты когда угомонишься? Чуть-чуть получше. Вот. Ты еще чуть-чуть, вот так. Физкульт, хеллоу, обаяшки. Привет! Как люблю я вас! Как боюсь вас, значит, видать вас, я в недобрый час. Love is in the air. Love is in the air. Добрый вечер, дорогие друзья! Добро пожаловать в мой клуб! Аплодисменты! Шумалет Брайтон Бичес! Здесь можно курить! Всех с праздничком! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Здорово, пацаны! Здорово! Чё так долго? Выпьет охота. Мужики хорошие, я не в свободном полете, как вы. Я женатый человек. Поехали. Давай. Мужики, я напоминаю, что сегодня мы собрались в связи со вступлением нашего друга Сауны в элитный мужской клуб за 100. Причем 100 и 101 случилось одновременно. И по этому поводу тост. Тёмыч, дружище, давным-давно одна маленькая, но очень гордая московская средняя школа распахнула перед нами с тобой свои унылые объятия. Прошло много лет. Я уже давным-давно живу в Нью-Йорке. А в здании нашей любимой старенькой школы уже давным-давно
торгуют Фордами Фокус. Но я счастлив, что наша с тобой дружба пережила все эти мелкие катаклизмы. Я безумно рад, что судьба занесла тебя учиться в Нью-Йорк. Спасибо, Игорюх. Саун, братан. Я тебя знаю всего год, но за этот год я понял, что хоть ты и фин, но, пожалуй, ты самый русский из всех русских, которые я знаю. И я с ужасом понимаю, что скоро твоя стажировка закончится. И вы, ребята, отвалите на родину. Но я официально заявляю, что я запломбирую все свои отверстия мышьяком, но умру не от яда, а от скуки. Игорюх, ну не переживай, я в Москве за тебя отожгу по полной. А я в Питере. Вот когда буду в постель с классной девчонкой, попрошу ее кричать твое имя. Самый приятный тебе момент. Ребят, я вас ненавижу. Мы тебя... А мы тебя тоже! Да, котенок, привет, как дела? Да, конечно, конечно, помню, мы сегодня в 9 вечера должны в этот пойти. Ну, конечно, помню, что в театр. Че, я больной, что ли? Какой спектакль? Ну, ты с ума сошла, ну... Это, Чайка? Чайка. Да. Трамвай желания. Прости, Кукусь, ну, забыл, видишь, тут замотался. А мы это, китайцев, короче, в Чайнатаун отвезли, а потом обратно в пробку встали. Тихо. Стоит, да. Джунчита, а это, мол, фонтан стоит. Котенок, ну прости, но позвони подружкам. Ну, я тоже хочу с тобой. Ну давай не сегодня. Хорошо, хорошо. Пока, пока. Чего жить, придурки? Вы, Артем, дзюдун еще тот. Дебилы, какие планы на вечер? Я лично хочу заниматься любовью с гейшей. Позвольте с вами не согласиться. Заниматься можно спортом, зарабатыванием денег, но никак не любовью. А почему? Потому что из спорта можно уйти, с работы могут уволить, а от любви никуда не денешься. А вы у нас кто? Папа Тереза? Да нет, ребят, все гораздо проще. Если что, обращайтесь. Я к вашим услугам, мальчики. Дорогие друзья, сегодняшний вечер, как, впрочем, и любой вечер в этой жизни, увы, заканчивается. Вот неугомонный дядька, а. У меня возник тост. Короче, тост. Итак, я поднимаю этот бокал. Я поднимаю этот стакан. За то прекрасное чувство. За то прекрасное ощущение. Которое возникает между двумя людьми. Которое вспыхивает между двумя людьми. Которое соединяет сердца. Которое соединяет их тела. И заставляет эти сердца биться в такт. И заставляет их двигаться в такт. За любовь. За секс. Во. А вам, молодые люди, я хотел бы пожелать, чтобы то, за что выпили вы, было невозможно без того, за что выпил я. Прекрасный тост! Я тоже так думаю. За девчонок! Ура! Далеко до Сапогона. Так хорошо на свете жить. Блин, извини, а? Я же не специально. Может, это
Нагрузки, а? Угу. Да. Да все нормально, ты что, сам? Ну, как говорится, проблем. Да, так вот непонятно, зачем я из орбиты в твой фитнес-клуб перешла и теперь две штуки в год плачу. Так, все нормально. Да. Ну, извини, пожалуйста. Лифчик подай. Ce l'amite să ai taică? Că tot lumea ca să te la dezenuțat. Dar tu l-ai primit, tu n-ai nimic grecă, nu-i Îl trupe în bulă cu ăsta de puma, că te-ai primit tot. Дамы и господа, обратите внимание, это самый древний небоскреб в Нью-Йорке. Он был построен при очень пикантных обстоятельствах. Слышь, экскурсовод, да у нас всяких старых зданий в Саратове полно. Прикольно, что-нибудь у вас есть тут вообще? А лучше идите к нам в команду, массажистам. Вы там таких достопримечательностей насмотритесь. Девки, смотрите, Салия! Ой, пожалуйста, останови музыки! Мне тоже надо, мне тоже надо очень много. Ну ладно, хорошо, хорошо. Саня, pull over, please. Thank you, baby. Шопинг полчаса. Аккуратней. Настоящий полковник. Благодарю. Королева. Здорово, братан. Док, здорово. Хочешь поиграть в женский волейбол без мяча? Звучит заманчиво. Хотя в шахматы я играю лучше. Послушай, Игорек, я тебя знаю с детства. Ты прирожденный волейболист. Окей. Но от меня, кроме мастерства, что-нибудь нужно? Естественно. Твоя волейбольная площадка. Понял. В любое время после 8. Давай. Девчонки. Слышь, Игорёк, у тебя глобус в кабинете есть? Хочу девчонкам показать, где будет африканский континент через 90 лет. Какая нам разница? Глобуса нет, но есть атлас мира. В нижнем ящике там отластильное белье. Ну, география – это очень важно. Нашла. Ютка, до караоке дорвалась. Теперь за уши не оттащишь. Нет у меня друзей и нет врагов. Ютка! Уже никто не ждёт. Да пусть мои. Вот какие мы продвинутые в Саратове. Нет врагов, меня уже никто не ждет. Столько эхо горьких слов. Ну и чё? Я тебе что, совсем не нравлюсь, что ли? Да. Совсем с ума сошел в этой Америке или как? Да, ну, конечно, нравишься. Меня вообще такой первый раз сам не пойму. Да и песня вроде такая душевная. Угу. А главное, в тему. Ой-ой-ой. Я еще думаю, такой вроде симпатичный мужчинка, хата своя. А ну вон, оказывается, в чем дело. Ну ничего, Игорь, зато ты уютный. Девочки, родники мои, вы только не сдавайтесь. А за что тут сражаться-то? Все, любовь здесь больше не живет. Все говорит о моем. Давайте понаблюдаем за этим добродушным вечером. Что ты не мой лапушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. Несмотря ни на что, пришла судьба злодейка.
И у любви у нашей села батарейка. Привет. Привет. Я не буду тебя спрашивать, чем ты занимаешься, потому что я не уверена, что хочу знать. Это долгая история. Тем, скажи, а это нормально, что я уже неделю без тебя засыпаю? Да нет, это не нормально. Это надо как-то менять. Мне тоже так кажется. Последний. Я. Сауна? Здорово. Здорово. Бро. Ты это... Ты что здесь делаешь? Я? Ну? Здесь? Здесь? О, я здесь! Прикинь. Иду в клуб на аэробику. Ага. Передо мной катается черный человек на роликах с айподом. И херак! Об асфальт. Как Чаплин на бараньей шкурке. Да ты че? Я даже мигнуть не успел. Приехали все. Менты, неотложка, пожарники. Знаешь, что сказали? Че? Инфаркт сердца. Ой. Прикинь, раз, и нет черного чела. Какой кошмар. Говори. Какой кошмар. Ща. А здесь ты что делаешь? Здесь? А, в поликлинике? Ну да. Да. Насмотрелся на этих всяких ужасов. И испугался. Вот решил диспансер пройти. Вот поэтому стою здесь к вот этому мамологу. А. Вот. Ну, правильно. Ну да. Ну, иногда надо. Ну да. Там. Знаешь, ну, возраст опять же. Ты что, тоже к мамологу? Я? Да нет, ты что? К мамологу. Да я это, по улице иду, смотрю тебя в окно. В окне торчишь. Думаю, дай зайду с другом-то пообщаюсь. Конечно. Здесь окон вообще нет. В натуре. Ага. С окнами беда. Да. Явно не хватает. Вот явно, точно, не хватает, да. Кто крайне помолвлен? А вот за молодым человеком. Скажи, у тебя тоже? Чего тоже? Ну, не это. Что это, не это? Что это? Ну, не без проблем. С чем? Ну, с гантелью. С какой гантели? С твоей гантели. Все равно, у тебя крышняк потек от этого фитнеса. Не доска и никакие гантели. Ты не достой. У тебя стоит? Да не стоит! И у меня тоже не стоит! Ни хрена! А что вы смотрите? Вы стоите? Вот и стойте. А мы не стоим, мы сидим. Да. Все. Пошли отсюда. Мужики, может, это случайность? Сауна, какая случайность? Раз, это случайность. Два, совпадения. А три, это уже закономерность. А четыре? А четыре, это у нас. Да, точно вирус какой-то. Игорек, ты же медик. Ну, давай придумай что-нибудь. Сауна, я не медик, я стоматолог. Первое. Во-вторых, не вирус, а эпидемия. А эпидемия может быть только гриппа или свинки. А то, что у нас, имеет совершенно другой термин. Это... Только не произнеси это вслух. Мужики, а может, это у нас чужбина отбила? Может, дома все встанет на свои места? А может быть, проблема просто в большом городе. Понимаешь, загазованность воздуха, полно железа в воде, куры этих нашпигуют разными женскими гормонами. Ты что? Я-то думаю, почему на последнее время мне пробивается на слезу. Это же МакЧикен! Поближе сядь.
Ну что, ребят, может, ближе сядем? Руку убери. Я тебе табло начищу. Не, я не гей, это сто пудов. Ребята, я чисто реально плеванул. Ребят! Ребят, я понял. Мы не голубые. Мы просто импотенты. Заткнись! Вот видишь? Овсом-то стало. The clock broke. I'm in here while you've been in a bar. I'm like a clown, pacing up and down. Oh, tell me, baby, who you think you are. Well, my back is up, but I'm out again. I'm giving you a count of 1 to 10. So start running. Start running. Start running. Start running. Yeah, run. Cause if I catch you, baby, God knows what I'll do. Dressed up like fire, ooh, blood gets high. An attitude walk that knocks me dead. Back at your place, where there's not much space. You pick me up, but now I'm on the bed. Well, I gotta think quick, did you lock the door? Or do I wanna stick around, maybe get some more? Start running, start running, start running, start running. Yeah, running as fast as children do. Cause if I catch you, baby, God knows what I'll do. Party's over, I'm loading my gun, so start running. Start running. Start running. Start running. Start running. Start running. I'm sorry. If I catch you, baby, God knows what I'll do. Чем я могу вам помочь? Понимаете, доктор, в последнее время я чувствую себя, как вам сказать, не совсем полноценно. А в чем это проявляется? Понимаете, если провести аналогию с животным миром, мой гепард перестал охотиться. Простите? Мой северный олень стал южным. Ну... Нет ослика у Шрека. Винни-Пух отказывается лезть в дупло. Мед его больше не интересует. Столько лет вместе. Ну, как говорится, бок о бок. Казалось, знаешь пацана, как облупленного. А он... Виагра. Пробовал. Самоудовлетворение. Даже одновременно с Виагрой. Ну, что я могу сказать? В физическом отношении я не вижу у вас никаких патологий. Вы очень зациклены на сексе. А. Вы попробуйте пообщаться с женщиной. Вот только вот не спешите. Откройте ее внутренний мир. Послушайте ее. И вот как бы долго она ни говорила, дайте ей возможность раскрыться. Только тогда она сможет дать вам тепло и ласку.
так необходимо для вашего выздоровления. У вас удивительно добрые глаза. Спасибо. Спасибо, доктор. До свидания. Вы знаете, мы с вами в некотором роде коллеги. Да, я тоже доктор, стоматолог. Нас боятся с самого детства. А когда повзрослеют, начинают бояться нас. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. Буду скучать. Скажите, доктор, а когда следующий сеанс? Ну, вы приходите месяца через два. А раньше никак нельзя? Если у меня заболят зубы, мы обязательно встретимся раньше. До свидания. То, что это у нас у троих одновременно, не может быть банальным стечением обстоятельств. Прямо из-под языка снял у меня. Подожди, когда это все началось? 1 сентября, 11.45. У меня 2 в 12.35. Две попытки. Первая – 11.30, вторая – 12.45. А час ты что делал? Скорбил. Подождите, что было до этого? Мы сидели в Белуге. Да. Был какой-то странный чувак. Кто сговорил? Стоп. А что он сказал? Подожди, подожди, подожди. Что-то типа, чтобы то... Чтобы то, за что выпили вы, было невозможно без того, за что выпил я. Точно. А мы-то были за секс. А он? Где он, этот крендель? Подожди, у меня визитка его осталась. Почему в Америке нельзя нигде курить? Почему? Валентин... Петросович. Валентин Петросович, мы как-то сильно приболели после вашего тоста. Да, когда ориентацию потеряли. Может, вы нам вообще объясните, что происходит? Может, вы нас прокляли там, я не знаю. Может, проклял. А может, благословил. Это как посмотреть. Вы что, экстрасенс или шаман какой-то? Шаман, экстрасенс. Мелко все это. Конечно, я понимаю, что я никому же не нужен, что никакой я для вас уже не авторитет, и что у вас другие кумиры, но я... В общем, я святой Валентин. Йор. Только святого во мне... Ни хрена не остался. Я был убит в 3 веке в Риме. Затем переродился под Тамбовом. Был фаворитом у императрицы. Но она быстро потом меня променяла на другого скомороха. Ну, вы читали, наверное. А потом я быстро понял, что раскручивать День Святого Валентина нужно в Америке. Эмигрировал, поднялся, раскрутился. И увидел, что за этими открытками, сердечками, сердца-то нет. И вот уже 100 лет мечтаю умереть на родине. Хорош! Да он разводит нас. Ты посмотри, это же алкоголик. Белочку, блин, схватил. Ну-ка, пойдем-ка с нами. Слышь, экстрасенс! Верни все обратно, или я тебя отпущу! Да не поможет это. И ничего не поможет. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одна из них тревожит, унося побои. Вот это жесть. Да наверняка больно. А ведь мы же были безобидные импотенты. А стали импотенты-убийцы. В общем так, кролики, у вас не будет близости с женщиной до тех пор, пока вы этого не заслужите. А заслужить женщину – это значит ее полюбить. Примите мои сори. Так а за что вы нас так? Да понравились вы мне. Вот и решил помочь именно вам, оболтусам. Сам не знаю почему. Наверное, потому что... земляки. Ну и что нам теперь делать? Все очень просто. Ищите любовь.
халтурка нарисовалась. Ну да, глупость его урога. Придется закат посмотреть на пляже. Конечно, что не сегодня последний день. Ну не обижайся. Да, ну поздно буду, ну как обычно. Да, пока. Пока. Было пасмурно. Добрый вечер, Раиса Монтьевна. Можно с Катей поговорить? И какой такой Катей? Ну как, с моей женой и вашей соседкой Катей. А что ты ищешь свою жену у меня дома? Ты что, крейзи? Да нет, я просто знаю, что она у вас. Лысон, ты у меня где-нибудь видишь белые волосы? Да нет. И что, ты решил, что я стюпид блонд? Раисочка, дорогая, так? Слушай, деточка моя, ты не слушай ни слова, что будет говорить тебе этот пот. Но я же видела, как он в 5 утра возвращается со своих вертепов. Ну мне же жалко твое сердце. Я очень соскучился, очень. Мужик. Мне без тебя, знаешь, как-то хреновастенько. Пойдем домой, а? Скажи, а что мне там делать? Ждать тебя ночами? Слушать постоянно твое вранье или смотреть, как ты мечешь протеин? Скажи, может, ты к Олимпиаде готовишься? Да нет, это длинная история, просто… Просто ты тупо при мне набираешься сил для своих ночных тусе. Завел себе покорную Мальвину, ведешь себя как ребенок. Я люблю тебя с детства, очень люблю. Но я тоже себя не на помойке нашла. Обидно, Тём. Кать. Пошли, мазала, оставь ребенка в покое. Ну, Рай. Короче, я тебя предупредила. Еще раз заявишься, всю жизнь будешь работать на медстраховку. Алиска. Ты просто десерт для глаз. Год уже любуешься. А что толку-то? Да я же боюсь с тобой мутить. Тебе же позвонить на следующий день. Ты же искалечишь. Это да. Слушай, мне нужно с тобой, ну, это... Короче, мне нужен твой совет. Я должен срочно найти Люпов. Прикинь, я попал. Ну, а что случилось-то? Ну, это долгий разговор. В общем, в эту трудную минуту мне нужна ты. Сауна, ты мне, конечно, очень нравишься, ты хороший парень. Дурной немного, но зато с душой. Я бы с удовольствием сходила бы с тобой на свидание, но никак не в твою трудную минуту. Да не, ты же неправильно поняла. Зачем нам портить такие классные отношения с каким-то свиданием? Мне же, кроме тебя, ну и Стёла, ну не с кем поговорить, понимаешь? Понятно. Я счастлива. Скажи, а как влюбиться? Девки все равно в этом теме лучше рубить, а? Говорят, противоположности притягиваются. Ну, походи по книжным выставкам. Ну, может, найдешь антипод свой. А для чего?
Здрасте. Здрасте. Дайте мне, пожалуйста, этого... Чайковского почитать. Вы имеете в виду биографию Петра Ильича? Ну да. Он тоже мой любимый композитор. Мой тоже. Если честно. Смотрите, что я еще нашла. Вы не поверите. Это воспоминания современника Петра Ильича. Представляете? Я в шоке. А у меня с собой раритетные альбомы с концертами. Подберите мне сборник The Best. Угу. Сейчас. Могу я увидеть Анастасию Игоревну? А вы, собственно, кто? Я ее лечащий врач. Давид Брониславович? Да, да. Давид Брониславович, да. Никакого Давида Брониславовича не существует. Я только что выдумала это имя. Вернемся к первому вопросу. Ну кто? Вер! Кто там, Вера? Спасибо. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте. Помните, клиент безнадежный. Ах, да, коллега. Здравствуйте. А как вы узнали, где я живу? Вы не волнуйтесь, я вам объясню. Я просто шел за вами позавчера прямо от вашей работы. В общем, это уже третий букет ромашек, который я не решаюсь вам подарить. Спасибо. Спасибо. Настя, можно вопрос? Можно вас вечером пригласить куда-нибудь в японский ресторан? Что? Это абсолютно безопасно. Но это я уже поняла. К сожалению, у меня правила. С клиентами никаких суши. А я не клиент, я коллега. И что вы предлагаете? Посотрудничать. В какой форме? Посидим за столом, поделимся инновациями в медицине. Чисто профессионально. Вас не смущает, что мы знакомы всего несколько минут? Нет, меня не смущает, Настя Игоревна. Игорь. Да, конечно. А ведь прогресс не смотрит на время. Если мы сегодня с вами не поделимся друг с другом профессиональным опытом, то завтра можем остаться на обочине нашей профессии. Да? Да. Держите. Да. К сожалению, своим опытом с малознакомыми коллегами я делюсь исключительно в рабочее время. Там мой рабочий телефон и время приема. И время. Спасибо за ромашки. Да. Пожалуйста. А, да, извините. Спасибо. Да, спасибо. Венчик, верните. Да, как? Клем. Дверь. Да, дверь. Пошли. Спокойно. Ага. Я пошла. Я понял. До свидания. Давай, я позвоню. Угу. Hi, Skate. Leave a message.
бегу по улице мгновение застыло в небе. Время остановило свое движение. Ритм сердца, воздух перекрыл горло. Недоступен абонент, и тебя нет дома. Привет, Кать. Катюш, можно тебе сейчас? Кать! Надеюсь, между нами пламени... Твою мать! Буду лучшим мужем и ответственным отцом. Буду сам готовить ужин и построю дом. One love, только ты в этой жизни у меня. Я без тебя, родная, как Чапаев без коня. Стою под дождем и намокла куртка. Будь человеком, подними трубку. Держи меня крепче, не дай упасть мне, не дай свернуть на пути к вам. О, но мне будет легче, если буду уверен, что я к ней готов. Держи меня крепче, не дай упасть мне, не дай свернуть на пути к вам. О, и мне будет легче, если буду уверен, что я к ней готов. Дорогу на красный, плевать, что это опасно, плевать, что ливень стеной, что джинсы грязные. Это похоже на свободное падение. Это я за хапкой роз бегу к тебе просить прощения. За 25 пропущенных твоих на телефоне, за все, что ты давала мне понять, а я не понял. За все мое вранье, за ленту в записной книжке, за то, что взрослый тип ведет себя как мальчишка. Бег медленно, но верно переходит в ходьбу. Эй, красавица, вы с какого факультета? Вы филолог. Точно, на филфаке самые красивые девчонки. Очень оригинально. Послушайте, вы помните, как мы с вами в сквере познакомились? Я вам тогда еще мальчишник от души читал. Любайчикса, после тебя ерунда. Я не воспринимаю никого, кроме тебя. Хоть я и не... Стара и вяло. Нифига себе, ты же сама угорала. Ну, в смысле, на ваш громкий, звонкий смех я еще тогда внимание обратил. Тогда ты обратил внимание на Ленку Киселеву. Да она развитая была, не по годам. А вас я позже разглядел, а теперь люблю. А я вас не люблю. Я вас даже не знаю. Ну, это поправимо, мадам. Мадемуазель. Ах да, мадемуазель, дайте шанс раскрыться по-настоящему. Разрешите представиться? Артем Исаев, будущий архитектор. Молодой человек, не путайтесь под ногами, а? Девушка, я, конечно, могу подарить вам цветы, прочитать стих, спеть песню под окном, но... Но зачем запариваться, правда, Артем? Катюша. Пойдем посидим где-нибудь в теплом месте, покушаем. Смотрю, ты уже замерзла как тут. Что, Сэм? Банально тащишь даму в ресторан, да? Обижаешь. Откуда у бедного студента деньги на ресторан? Я отведу тебя в самое модное место студенческой Москвы 90-х. Пожалуйста. Значит так, двойной чиз, шейк клубничный, картоха фри. Как вы любите? Тём, неужели я столько ела? Меня еще за яблочным пирожком после всего этого посылало. Боже, какой ужас. Давай, угощайся. Это что у тебя, Балтика? Вяточка. Где ты ее откопал? Весь Бруклин перерыл. Ну ты даешь. Погоди. Еще не все. Как в старые добрые времена. Тема еще та. Почему? Лай, лай, почему?
отвечаю я, забытая про. От нежности, от твоей моей свежести. Я помню все твои... И в этот момент она отказала. Представляете, мужики? Она отказала мне пойти в ресторан. Это было прекрасно. Да ресторан — это банально. Женщину нужно завоевывать, удивлять. Я тебя прошу тоже мне завоевать. У тебя-то что с успехами? Да у меня вообще проблемы. Я жену свою люблю. А, решил не заморачиваться, да? Да нет, дело не в этом. Просто пока жили вместе, как-то притерлись. Стало все обыденным. Красота ее. Ну, а сейчас понимаю, что не могу без нее. Вообще ни дня. Люблю и все. Даже больше, чем раньше. Да. А я в нижний магазин ходил. Поджиматься ходил? Да не. Айпода своего ищу. Кого? Ну, противоположность. Ну и как успехи? Пока никак. Мне дала одна ботаничка послушать Чайковского. Мозг взорвало, как у травосека. Это знак, 100 пудов. Мужики, я боюсь. Если я опять провинюсь, я же ведь себе прикончу. Слышь, Сауна, не парься ты. Пригласи ее куда-нибудь. Конечно. Ты поговори с ней. Она ведь женщина. Дай возможность открыть свой внутренний мир. Не знаю, открой для себя ее горизонты. Встречай ее рассветы. Погуляй в ее траве. Да он сейчас заблудится в твоих лесах. Основную мысль я ловил. Чайковского-то с утра влюбил. Влюбился, что ли? Честно говоря, пока еще нет. Но я это сделаю. Я же олень упертый. И что, есть кто-то на примете? Есть немножко. Секса? Да нет. Я сначала хочу загрузиться в ее внутренний мир. Побегать по ее траве. Помочиться в ее реке. Ну, ты понимаешь? Ну, не знаю, Сауна. В моей реке еще никто не мочился. Но люди разные бывают. Может быть, ей понравится. Ну, посмотрим. Я ее пригласил завтра в театр. О, дядька, а ты взрослеешь. А слушай, а ты и спишь в этом кимоно? А вот этого, Сауна, ты никогда не знаешь. Катаюсь. Ни разу вас не видела. А я просто раньше по вечерам занимался абсолютно другим видом спорта. Да? Бросил. А почему бросили? Профессиональная травма. Понятно. Ну, пока. Давайте. Ну как, в порядке? Да. Просто коньки скользкие. Большой пробег. Помочь можно? Не, не, я. Хочешь, покатаемся? Да. Да? Да. Давай, давай, давай. Не очень хорошо катай. Лучше, лучше катайся. Лучше, лучше.
кажется, если бы немножко лучше катались, я бы так часто не падал. Вы, конечно, великий фигурист, Игорь. Правда. Никогда не видел таких пируэтов на льду. Спасибо. Пожалуйста. А как насчет пятницы? Предлагаю двойной тулуп и ужин. Нет. Нет-нет-нет, у меня в пятницу по расписанию одиночное катание. Ясно. Но обещайте хотя бы подумать. Я обещаю подумать. Над тем, чтобы подумать. Ладно. Пойду точить коньки. Удачи. Да. Анастасия Игоревна, я вам хочу сказать, что вы все это заслужили. Соблазнил невинную девушку и доволен. Угу. Теперь, по идее, ты должен на мне жениться. С удовольствием. Эх, жалко, я женат. Хотя, в принципе, можно развестись. Ай! Я тебе разведусь. Тём, кажется, Раиса с работы пришла. Вставай! Одевайся быстрее, я тебя прошу. Куда? В шкаф! Ага. Подожди, подожди. Какой шкаф? Собственно, муж шкаф. Ты что? Что за детский сад, Кать? Тёма, в шкаф. Привет. Привет, Раис. Что ты делаешь? Читаю. А. Ну что, книжка-то интересная? Ну, ничего так. Пошли, может, поедим? Поедим, поедим. Поедим. Какие люди. Добрый день, Раиса Монтилина. Как жизнь? А что мы здороваемся в моем шкафу? Катюша не готова пока переехать в соседнюю дверь. Костя напросился. Катюша, солнце. И шо же ты нашла в этом изверге, а? Он же худой, как спирохета. Пойдем покормлю тебя. Пойдем, пойдем, а то смотреть больно. Убойный спектакль! Я вообще обожаю Беккета! Он был громадный, великолепный и похож на статую моего любимого Джаконетти. А еще мне очень нравится его роман. Мечты о женщинах, красивых и так себе. Читали? Что-то не помню. Ну, название класс. Сразу, походу, есть о чем подумать. А знаете, может быть, зайдем ко мне на чай? Вместе подумаем. Только на чай? Нет. Нет? Еще на варенье. А, в этом смысле. Какое варенье? Брусничное. О, брусник люблю. Лижу пальчики, когда я кушаю. Пойдем тебя с бабушкой познакомим. Пойдем. Хорошо сидим. Спасибо, что пришли. Я здесь исключительно из-за ромашки. Мне не хватило. Игорь, вы извините,
У нас мама в Китай уехала, и Веру просто не с кем было оставить. Точнее, было с кем, но она не захотела. Чего страшного? Я думаю, что как-нибудь 12-летняя девчонка, мы справимся. Чего замолчали? Про меня говорили? Young man, can you just take your order? Would it be so kind just to bring me la bebe avec un sauce rouille, la vase avec un sauce alwali, et au dessert, un gâteau avec un chocolat épris. Merci, c'est tout. Фантастик, Мензель. Откуда такие познания по французскому языке? Читаю Вольтера. Остальным советую. Скажите, Игорь, как часто вы планируете бывать в нашем доме? Как часто? Ну, как часто мне позволит это Анастасия Игоревна и законы приличия. А вы в курсе, что Настя уже есть кавалер? Между прочим, очень известный канадский ортопед. Вера. Я что, не права? Но он нудный. И Настя с ним скучно становится. А вы вообще обеспечены жилплощадью? Ты что, прекрати? Нормально. Да, у меня хорошая квартира в приличном районе. Отлично. Значит, в перспективе Настя перейдет жить к вам, а я займу ее комнату. You make the rivers flow, the flowers grow. Привет. Чё звонил? Я-то? А мне не с кем выпить. А она чё? Она-то не пьёт. Она в библиотеке работает. Так я тоже не пью. Так. Ты мне сказал, что противоположность притягивается, так? Так. А почему моя противоположность к ней не притягивается? Ты должен себя заставить. Где твоя сила воли? Да она же вроде хорошая, умная. Живет с бабушкой. Полюби бабушку. Не, бабушку не могу. Почему? Ты чего? Это же бабушка. Это вообще будет жесть, а? Согласна. Что же он пристает к моей девушке-то, а? Серьезно, а чего? Даже девки чего? Пристают. Да сиди. Who the fuck are you, bitch? Слушай, как время быстро летит, да? 30 уже, вот-вот. Не говори. Да, тридцатник, это, считаю, уже все. Можно крест ставить. Дряблое тело, синячки под глазами, режим, подгузник. Морщинки. Дача, творожок, парниковые огурчики. Малокардин тоже. Музыка слишком громко. R&B только для подростков. Да. Да я сам представляю, что MTV на Вич Ван Классик стал переключать. Это синдром прям. Да. Как же было хорошо, когда молодые были. MTV Rush тогда только вышло. Да, кислотные пуховики. Тетя Ася приехала. Мальчишник. Где они теперь? Слушай, как я тогда Гриндерса хотела. Катюш. Я люблю тебя. Сильно по-настоящему. Больше жизни. Я тебя люблю. Давай состаримся вместе. Посмотрим. Знаешь, состариться нужно с человеком, на которого можно положиться. Ну как на тебя положиться? Чему ты детей-то научишь? Ну, подожди, я... Я постараюсь тебя не подвести. Я ради тебя готов даже человеком стать. Правда? Да. Хотя, блин, так не хочется. Дурью. Ой, ты человеком станешь.
ответ. Ты не отвлекайся, я уже ухожу. Управлять этой штукой? Ну, я с детства не хотел быть стоматологом. Да? Да. А я с детства знала, кем буду. Мне папа даже кукол перестал покупать. Потому что я их всех собирала, устраивала на диван. И на всю ночь допрос с пристрастием устраивала. А потом успокаивала, сладковато кормила. Я вообще с детства люблю сладковато. А что ты еще любишь? Ну, я и так слишком много секретной информации выдала. Теперь твоя очередь. Быстрее будет сказать, что я не люблю. Итак, я не люблю есть вареный лук, гладить рубашки. Я ненавижу заправлять одеяло в пододеяльники. Причем я всегда удивлялся, как у вас у женщин это получается. Как? Генетическая память. Опыт поколений. Куда смотри? Только мы купили. Потому что нет ничего страшнее голодной женщины. Поэтому пришел меня закормить. Да, я забегу ягненка, ты станешь добрая и безвольная. Я, надеюсь, заставлю тебя заправить все одеяла в пододеяльнике. Привет. Здрасте. Знакомьтесь. Марго, это Настя. Настя, это Марго. Мой пациент. Бывший. Настя. Очень мило. Да, очень. А что ты тут делаешь? Я пришла долечивать. В нижнем, третьем. Разве в прошлый раз не... Нет. Видимо, что-то недосверлили. Болит. Игорюк, ну ты тогда досверливай. А когда досверлишь, не забудь заодно высверлить мой телефон у себя из памяти. Кстати, когда в следующий раз сверло сломается, обращайся, пожалуйста, в другой ремонт. Sorry. Я что, тебе ключ дал, да? От захвата вращение производится навстречу большим пальцем. Раз, два. Еще раз. Раз, два. Запомнили? Две секунды. А сейчас мы с вами отработаем прием по защите от нападения маньяка. Слушай, мне надо тебе сказать кое-что очень важное. Я тут подумал... Вот... Маньяк нападает на вас сзади. Ну, я же не маньяк, ну что? Маньяк, маньяк!
Ну выслушай же меня, наконец-то! Я уже все послушала. Он попытается отвлечь вас разговорами, будьте бдительны. Я тебя люблю! Очень люблю! Очень, очень, очень! Понимаешь, ты видишь человека каждый день, но не замечаешь его толком. Какой же я был дурак. Вот, папа! И вдруг ты понимаешь, что перед тобой стоит ангел. Как я тебя не видел! Как я тебя не замечал, понимаешь? Ты же ласковый, теплый, сексуальный. Ты моя симфония, понимаешь? Поехали со мной в Питер, в декабре. Я ни одного дня без тебя жить не могу, понимаешь? Я без тебя не живу, а перевожу кислород. Он может вам врать. Выкручивайся. Ему нельзя верить. Sorry, wrong door. You sure? Yeah, I'm sure. Опять буду за тобой Вера. Возгорела бы, нет. Надеюсь, вы не решили свести счет той жизни. Не дождешься. Проханин. Приходить некогда. Настя сегодня со своим ортопедом улетает в Канаду. Он ее, ну, к родителям везет. Когда? Через полтора часа. Ничего, у меня есть план, как вам ее вернуть. План рассчитан на 12 дней, по одному глобальному поступку в неделю. Эй! Алло, Тёмыч, привет! Слышишь? Ты где? На маршруте, отлично. Подбери меня, пожалуйста, на Вашингтон и 5. Да, все. До эвакуатора тачку забрал, там лопатник. Короче, денег нет, даже на такси давай. Дамы и господа, наравне со знаменитым центром Манхэттена, истинной жемчужиной этого города по праву считается строение Нью-Йоркского аэровокзала. С него мы и начнем нашу экскурсию. Саня, go to JFK.
Год для детей. Плиз. Алло, сам! Привет, братан! ЧП! Есть, вот вам как раз он женил! Вопрос жизни! Кама, for the sake of love! В Канаду уезжаешь. Ты что? Ты совсем больной, да? Ты зачем это сделала? Я хотела растормошить парня, а то он совсем сдался. Смотри, получилось? Ты его любишь? Смотри, good shit. Да он ради тебя на все готов. Ну, что ты думаешь? Алло! Игорь, ты меня видишь? Ты слышишь меня? Это я, Настя, да. Игорь, это все вранье. Я никуда не уезжаю. Никуда. И мне, я не понимаю. Алло, Игорь. Она слышит тебя? Она уснула. Скажи, что я ее очень люблю. Он нас очень любит. Привет. Настя, если ты меня слышишь, не улетай. Я без тебя погибну. Остановить самолет. Либо в карате. Игорь, слышишь меня, да? Я никуда не уезжаю. Как не уезжаешь? Игорь, сдавайся. Ребята, остановите автобус! Чего? Автобус, ставьте бас! Ставьте бас, ставьте from? Russia. Mama Russia. Well, I don't know how they do it in Chernobyl, but in the U.S. we don't run red lights. It's against the law. Что? Он нас отправляет в Чернобыль, да? Да нет. Нет? When you're under arrest, you have no right to answer the phone. I have to pick up this call. It's very important for me. Might be his future wife. Yeah. Come on. You are human being, right? Nastya. 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 Come on, officer. Give a break. Can't you see the guy's in love? Please. 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 Damn, please. 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 Hello. What? You Igor? Igor. It's me. Igor. Igor. Yes, ma'am. He's here. What? She wants to let you know that she might consider to forgive him. Forgive him? No. What else did she say? She asked me to give you a kiss. I hope you said no. I said hell no. Thanks God. Yeah. А что, давай я поцелую. Давай. Чё такое? Иди сюда.
Молодцы, девочки. Хорошо поработали. Да разве ж это работа? Одно удовольствие. Не говори. Молодые такие, красивые. Такие сердце радуются. Да. Прикольно. Слушайте, когда вы мне эту авантюру предложили, я к вам ангелам как-то так скептически отнеслась. Спишь, вдруг потянулась. Может, и к вам постоянно работа устроится, а? По зарплате как дела обстоят? Мы же как-никак бренд раскручиваем. Ласковое солнце мое, в паутине облачных дней, только как увидел ее, стало и светлей, и теплей. Здрасте. Здравствуйте. Я по объявлению. Здесь в ангелы набирают? Здесь. Проходите. Вы первый. Что долго спала, обрела два белых крыла. Просто подари мне один только взгляд и волшебный свой поцелуй подари, и я сразу сказочно стану богатым.